Меня, честно говоря, озадачило последнее интервью Рубена Вартаняна. Я не скрою своего отношения к этой фигуре. Я всегда считал, что это талантливый человек, который способен рожать разного рода креативные инновационные идеи. Но как политик, как способности его политика всегда вызывали у меня сомнения. И, к сожалению, последнее интервью эти сомнения укрепило. Я сейчас вижу, что ему будет очень трудно, даже при согласии Баку, достаточно эффективно вести переговорный процесс. И, соответственно, этот переговорный процесс так или иначе будет находить свой резонанс в армянском обществе, среди армян Нагорного Карабаха. И этот резонанс, скорее всего, не будет позитивным и способствующим конструктивному характеру переговоров. То есть сегодня проблема, я думаю, с Рубеном Вартаняном постепенно возникает не только у Баку, но и у армянских сторон, скажем так.